«Ну, погоди, поздравляют с 8 марта!» Однажды проснулся волк, а на улице прекрасная погода, солнышко сияет. Посмотрел в календарь. «О, так сегодня ж 8 марта!» Побежал к зайцу, а по дороге купил букет красивых цветов. Приходит и говорит: «Заяц, а заяц, ты когда пойдешь поздравлять свою маму и бабушку? Возьми меня с собой, они у тебя классные, уважаю!»